Ой. Добрый день. Ты что прискакала, Дарья? Добрый, я к вам пришла. Дарина, смотри, красиво. Вчера же рано легла спать. Ну. Красиво? Ну, сегодня полегче тебе же, да? Да. Думала, не пойдет в школу. Нет, сказала, пойду. А пораньше легла спать. Красиво, чего ты кого рано сегодня разбудила? В 7 часов уже. Ну, чтоб успели собраться. Пойдем, Тома. Завтра у меня 3 урока. Понятно все. Закрываем кухню. Кот лазит. Достал. Постоянно лазит. Так, я что пришла? Я пришла салат сделать. Вот видите, как нам тут с одной стороны мешает холодильник. Бывает, вот стул тут стоит, или кто-то сел уже вот здесь. И начинаем. Встань, отойди, мешаешь, туда-сюда. Вот, я хочу сделать салат. Да, мы сейчас будем кушать. У меня немножко осталось от этого. Сейчас, милая. Можно, конечно, курицу еще добавлять сюда. Но Саша у нас курицу не ест, поэтому мы просто делаем овощную. Капуста, огурцы, помидоры, зелень и все. Сейчас Вася, надеюсь, уже приедет. Скоро ребятишки придут. И мы уже будем кушать. А я ничего с утра не готовила. У нас есть солянка, картошка и котлеты. Может быть, к вечеру что-нибудь приготовлю, но это не точно. Почему Тома дома? Решили его оставить. Пусть немножко дома побудет. Завтра все равно бы не повели у нас завтра логопед. Мама, может, когда логопед будет повезти меня? Что он мне когда может забрать? Ну, деловая. В четверг пойдешь. Почему? Садик. Почему? На весь день. Мы уже начали буковку изучать. Скоро будем вот это. Да, скоро будем. Вот это. Ну, я говорю, мы не торопимся. Мы прям медленно-медленно читаем. Вот я уже давно вот этого. Да, сама нарисовала, сама сделала закладку. И она и у нас теперь постоянно. Ну, Вася с утра как уехал, масла менять, что-то там, так до сих пор его и нету. Сейчас салат сделаю, заправлять его не буду, будем Васе сдать. И посудомойку уже с вечера не мыли, потому что с вечера было мало. Вот с утра тут добавила и посудомойка помыла. Все-таки какая красота, все-таки это вообще-то такое облегчение, когда не надо посуду. Я вообще рисовала. Да, ну. Еще мороженка рисовала. Ну, покажи, где ты мороженка рисовала. Нет, я еще рисовала мороженка и это собака. Собаку не дорисовала? Нет, ну, нет, я просто обвела. Обвела? Ну, ладненько. Давай, пока я салатик делаю, ты почитаешь, ладно? Давай, закрывай. Сейчас. Закрывай, милая. Тут еще телефон нарисовала. Угу. И хомячок. И хомячок, ага. Котика. Котик. Котик. Котик пропечатался с той стороны. Смотрите, как он пропечатывает. Ничего потому себе. Что маги... Аж на три он пропечатался. Печатки. Угу. Авокадо вот я рисовала. Самое красивое. Самое красивое у Тома авокадо получилось, да? Да, это Саша мне авокадо нарисовала. А ты раскрасила, да? Ну ты вот. Сама умеешь, да же? Да. Вот еще. Угу. Ну ты еще не раскрасила тут ничего. Ну, этот корабль папа рисовал. Корабль нарисовал, а остальное Тома сама уже тут нарисовала. Качели. Угу. В общем, занята весь день, да? Весь день занята. Вася пришел. Ну иди рассказывай, что сделал с машиной? Масло поменял, антифриз поменял, масляной фильтр поменял. Круто. Ну что, тут дорого? Все вместе 1000 рублей. А что так мало? Вообще-то фикс-сервис, или как он там называется? Дороже. Ну там гарантия, зато он действует по всей России. Вася делал всегда бачинским.
А вот тут такой есть в Динской. Вот. Ну так и не поехал. Кушать будешь? Я вон там салат уже сделала, но не заправляла. Я его сейчас размешаю, пополам поделю. Кто-то с маслом растительным, кто-то с майонезом. И вот сырную намазку сделала. Я вот так ем. Вася не дождалась, хотела его подождать. Думала, долго будет, а уже есть охота. Он приехал. Ну, в общем, вот бутербродик себе сделала и котлетку взяла. А, я не знаю, от кота. Сегодня у нас день встреч. Говорите привет. Всем привет. Это привет. Какая вам день встреч? Я всех у порога встречаю. Даринку, папку, вас. Ну, что, как у вас дела в школе? Нормально. Прям весело-весело было? Что весело-весело? Ну, весело было? Не так. А что такое? Ну, бери свой портфель. Так, пойдемте сразу расписание смотреть. И от этого расписания будем плясать. В смысле плясать? Ну, планировать наши дальнейшие действия. Иди куртку сними. Так, сегодня у нас вторник. Уже не 14:20 фортепиано, потом хор. Я знаю. Так, у Саши 14:30 рисование. Она ничего не писала, значит, Саша дома. Да, ничего болеет. Мам, так мы знаем, но что ты насчет этого расписания планируешь? Ну, а ты помнишь прям сразу, да, что у тебя во вторник? Не хор. Помню. Хор в 3, фортепиано в 14:20. Девочки, вы знаете, что я рисовала арбузик, мороженка, ну, много чего рисовала. Мы сидим с Томой и читаем. Арбузик. Ну все, переодевайте. Значит, Саша дома, не пойдет с Женей, да? Нет, буду дома стих учить. Ну хорошо, стих еще. Молодец. Что-то тут у вас всего наварено. Папа вам печатал? Да, мне. Ты просила, да? Да. Саша перерисовывала. Тоже какая интересная собачка у Саши получилась. Тая. Этот Вася тоже им тут печатал. И они тут решали. Угу. Хорошо. Все, молодцы. Женечка, переодевайся, милая. Чуть-чуть отдыхаете. И потом... Еще, Жень, вот. Ну, ну. Вот это вот карандаши. Мам, все посадили. В стирку? Почему? Один день только сходили. Вы что, какая стирка, Сань? А, нет, сегодня вторник. Да. Ну, завтра еще. Ну, нет, мам, мы потому что в штанах ходили. А, пятницу еще. Ну, да. Тогда да, тогда все в стирку. Кроме кофты этой, кофту потом. Завтра чистенько все оденете. Я все путаю, мне почему-то кажется, что сегодня понедельник. Мам, скажи, что этот кошелец. Ну. Я сама его выбрала. Женечка, музыкалку собралась, уже готова. А Вася увезет ее и заодно заедет на почту. Нам пришел то ли Василек, то ли Тедекор. Не знаю еще точно. Вот. И заодно отправит. Так долго Вася там все оформлял, отправит пока сегодня только 4. Посылки? Да, еще там много-много. Нам коробочки еще надо купить. Застегнись, все равно прохладно. Да я сейчас все равно в машину буду. Угу. Обратно пешком потихоньку. Телефон взяла с собой? Угу. Ну. Я тебе позвоню, как у меня закончится. Да, да, чтобы мы ждали. Все, ладно. Давай, ага, иди, доченька, иди. А я вышла, мне жарко. Им ужасно жарко. Слушайте, помню, выйду при минус 40, с меня аж пар идет. Вася все время ругался. Что ты на улице торчишь? А мне невозможно жарко. Я вот стою, постою. Пар с меня сойдет. Так, 3 малюсенькие посылки, да? Да, спросишь самые маленькие. Девчонкам задали сегодня стих учить Есенина. Оксанечка, прочитай нам его. Немножко сдвинемся. Черемуха душистая с весной расцвела, и ветки золотистые, что кудри завела. Кругом носа медвяная сползает по коре, под ней зелень пряная сияет в серебре. А рядом у проталинки в траве между корней бежит сунька маленький серебряный ручей.
Черемуха душистая, развесивших стоит, а зелень золотистая на солнышке горит. Ручей волной гремучий все ветки обдает, и вкрадчиво под кручей ей песенку поет. Женя уже выучила, ну, наверное, на четверку она выучила и уже убежала. Санечка учит. Тяжело ей дается, хотя на самом деле он небольшой. Вот. Но Саша очень ответственно всегда к этому подходит. Правда, плачет, ревет, когда стихи задают. Но зато потом выучит и рассказывает на пять, да, Санечка? А вот он ей никак не дается, никак. Я ей сказала, прочитай 10 раз. И все. И потом раз 5 перед сном, ну, расскажешь, насколько расскажешь. Слушайте, убиться, что ли, да, Сань? Ну, никак не может она его выучить. Ну, ничего страшного. Вы к школе уже подготовились, дочь? Угу. Ага. Ну, и одежду приготовьте. Все в стирку кинули. Я уже, конечно, все перестирала. Там, а блузки белые что-то я не видела. Положили их в стирку? Нет. А почему? Надо положить уже. Угу. Вот. Ну, все, сколько раз ты уже прочитала? 10. Сань, потом 11. Приготовишь, доченька. Читай. Читай. Еще 2 раза прочитай, и на этом все. Что-то тут у девчонок упало. У нас Вася поехал за Дариной. За Дариной поехал, да? Она сегодня. Что она там балуется? Мама толстый. Может похудеть. Зачем ты его трогаешь? Мама толстый. Я... Не можешь поднять его? Да. У нас правда реально. Кот такой толстый. Пухлый, а не толстый. Пухлый. Пухлый. У нас тут спрашивали, где ваше дерево денежное. Мы его... Да, толстянка. Это дерево. Мы его с Кюхти это привезли. Вот так, оно, Вася его всего подстригал, ага. Было вот такое маленькое. Вот оно уже опять вот так выросло. Да, папа специально вот эту нитку сделал. А зачем это типа денежное, типа дерево, денежное? Ну, почему это... типа? Это толстянка, да, есть еще долларовая. У вас есть? Нет, у нас нет, у нас только такое. Толстянка? Угу. Друг, карасик, друг... Карасик, друг, карасик. Эх, балованный здесь. Все, мам. Все? Ну все, отдыхай, доченька, отдыхай. Друг, карасик, друг, карасик. Вот время уже 15 минут 9. Сейчас девчонки еще минут 15 пойдут чай пить и уже спать. Собираться. Бассейн. Дарина принесла обратно конфеты. Потому что я боюсь, что они меня расстались. Угу. Я боюсь, что они меня расстались. Они оказываются до сих пор круглые. Хотя шкафы, наверное, как бы блестят. Я боюсь, что они меня расстались. Дай я сюда, сяду. Я боюсь. А что, возьми себе. Только что начала смотреть корейские фильмы, «Все мертвы» называется. Тебе нравится? Не, я только начала смотреть. Фильм прошлого года. Заходит учительница, у них вот такой ящик стоит, и вот так вот там перекладинки. Она говорит, все сдали телефоны. Дети приходят, у нас в классе такая же штука стоит. Дети приходят, такие раз все телефоны ставят. По именам. Да, она говорит, достает один телефон, и девочке какой-то говорит, это же твой старый телефон. Неси свой новый, прикиньте. Я думала, это проблема только у России такое, что забирает телефон. Оказывается, это по всему миру. У нас тоже в классе на заднем такая штучка есть. Сказали, у кого кто есть? Возьмет телефон, куда же позвонить, сразу в коробку класть. И на весь урок. Вот там перекладинки, там вот такая перекладинка стоит, вот такая перекладинка, и на этой перекладинке имя. Да, и вот в Корее то же самое. Они все... Телефоны свои все сдали. Ну там я читала. Нет, мам, там вот очень... эта конфета очень вкусная. Хорошо. Там очень-очень, прям там строго. То есть там в школе надо, если ты, например, родилась, там то есть даже цвет волос, если, например, тебе нельзя красить, тебе нельзя ногти делать, тебе нельзя макияж делать. Нельзя никакие вот такие, то есть там вообще, там очень строго. А ты ходишь в форме.
Там букваш, может, 2-3 одинаковые формы, ну, и ходишь. Там трога, мама. Я посмотрела, они одевают, например, у них у всех юбочки, они просто спортивные штаны одевают, и у них получается, как бы они спортом занимаются, юбка, еще и спортивные штаны. Не бы так. Ну, есть там. А мы, между прочим, когда учились, у нас в советское время тоже была форма. Нам не разрешалось в брюках ходить. А мы по субботам одевали штаны. Штаны, например, оденем. Типа форма, и тут еще и штаны. Типа мы такие крутые. Вот раньше нам все не разрешали цинцинцить, а только я успела уехать, нам разрешили. Скажи, школы какие. Теперь все ходят в джинсах. Да? У нас в классе я только хожу в движении, но нам не разрешают. Нам не разрешают, но мы ходим, да? Да. Все понятненько. Мам, там реально все строго. Мам, вот эта газета, она тихо. Такая вкусная. Знаете прикол, чем в Корее? Нельзя не носить ни кольца, нельзя носить ни сережки, нельзя не носить всякие цепочки. Женя, я недавно это все сказала. Ну? Че повторяешь? Я о сережке не говорила. Ну я сказала, что ты реально нельзя носить. Завтра у нас Дарина к 2 часам. Мы приходим, она уходит. Да. Вот. Тома завтра дома. У нас завтра логопед. Я выспалась. Да. Мы ее решили завтра не водить в садик, а потом в садик, четверг, пятницу, 2 дня целых. Поняла? Я, наверное, Тома, никаких живот болит. Пойдем потом сразу к врачу за уколом большим. Вот мама. Таким. Я, наверное, на логопед не смогу пойти. Ну и ладно. Ну, если начнешь придумывать, что живот болит, мы тебя сразу в больницу отведем, к врачу. За большим уколом. Он сразу как поставит укол, да. Нет. Так что, дорогие мои, вот так вот у нас день прошел. Все, девчонки, уже сейчас чуть-чуть буквально опять стихи свои прочитают по 2-3 раза и ложатся спать. Уж на что сдадут, на то сдадут. Сегодня задали, завтра надо рассказать. Поэтому был хотя бы 2 дня в запасе, может быть, было бы детям легче. А что, дети у нас не так. Нам дают, например, один день. Через неделю можешь что сказать. Ну, а тут видите вот так. Мне тоже вот не нравится вот программа, ну, учеба. Ты наблюдаешь, например, там, сообщение подготовить там, или стих рассказать большой. Ты должен, то есть, вот сегодня задать, завтра рассказать. Да. Тем более, если ты... А в Тюхсете не так. Через неделю. Если не выучил, можешь через неделю сказать. Нам всегда давали возможность. А откуда вы знаете? Что-то я не помню такого. Ладно, все, всем пока. Всем пока-пока. Всем пока. Дариночка, конфеты опять прячь. Они завтра опять таскать будут весь день. Всем пока-пока. Они уже их таскают. Ну, надо прятать.